Мендель, что это за дело? Нельзя было дотерпеть до утра. Жених хочет услышать твое слово. Утром невеста не передумает идти замуж. Мендель, так что вы такое говорите? Ну, пойдем в дом. Пойдем. Хороший вкус, Мойш. До завтра, мадемуазель Софи. Сын нашел папаша. Нерви, прижат обоих! Господа, вы что, воры? Все, пипец. Как говорил мой папаша, евреи не воруйте с убытков, воруйте с прибылей. Вот он вор, представляете? Иду мимо, смотрю, ворует. А, так кто ж байстрюк? Задунайский. А второй-то кто? Шляпочку подай, маленький, шляпочку. Это собственной персоной Абрам Бендер. Ибрагим Бендер, турецко подданный, хотя шо себя взять? Мендель, я вас умоляю, только не здесь, у меня своих покойников хватает. Я бы на вашем месте прислушался.